И так. Все. Что начинать? Да, можно начинать. Угу, хорошо. Здравствуйте. Вот так, подождите. Надо включить сначала с первого слайда. Меня зовут Сидоренко Наталья. Я рада с вами сегодня быть. В сферу профилактики ВИЧ-инфекции я пришла в 2002 году. Вот. Но это был уже конец декабря. То есть 1 декабря с 2003 года отмечаю, ну, участвую в разных мероприятиях. Вот. И с 2003 года я в профилактике ВИЧ-инфекции, а с 2004 в сфере помощи в лечении, уходу и поддержке для больных туберкулезом. Сейчас я работаю в Центре фтизиопульмонологической помощи в городе Владимир. Вообще я из Томска. Вот. У меня нет медицинского образования, вообще преподаватель юриспруденции. Сейчас получаю психологическое образование. Вот. И так, в общем, исторически сложилось, что у меня есть несколько сфер интересов в работе, в профессиональной. И одна из них – это работа в проекте по декриминализации передачи ВИЧ-инфекции. Этот проект реализуется Евразийской женской сетью по СПИДу с 2017 года. И мы начали свою деятельность с обзора законодательства разных стран в нашем регионе. Немного скажу про криминализацию. Вот, это применение существующих уголовных и других законов, которые приняты в отношении ВИЧ-положительных людей. И эти законы, они устанавливают ответственность за сокрытие источника заражения в Российской Федерации. Это статья Административного кодекса 6.1. Вот, и 122-я статья Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за постановку в опасность заражения и заражение ВИЧ. Вот. А в целом можно сказать, что криминализация усиливает стигму, связанную с ВИЧ-статусом, потому что человек с момента постановки диагноза ощущает себя потенциальным преступником. И согласно разным исследованиям, страх вот этого судебного преследования удерживает людей от получения необходимого лечения и поддержки и препятствует раскрытию информации о диагнозе. Люди чувствуют себя уязвимыми и боятся раскрывать свой ВИЧ-положительный статус, потому что, возможно, потом преследование уголовное. Прошу прощения. И этот страх, он повышает уязвимость к насилию. Я позже вам приведу кейсы, которые мы документируем. Вот. Если говорить про законодательство региона Восточной Европы и Центральной Азии, то в 15 странах региона существует уголовное законодательство, предусматривающее ответственность за сокрытие источника заражения и заражение ВИЧ-инфекцией. Мы документируем случаи уголовного преследования ВИЧ-положительных людей ежегодно. Вот. Скажу подробнее про историю 122 статьи. Напомню вам, когда она появилась вообще в нашей стране, точнее в РСФСР. Это произошло в конце 80-х годов после случаев заражения детей в Элисте. Вот, я думаю, что все вы знаете про эту вспышку, помните ее. И тогда в Уголовный кодекс РСФСР была введена эта статья в целях предотвращения случаев заражения при медицинских вмешательствах. Но в 97-м году она перекочевала в Уголовный кодекс Российской Федерации вот в том виде, практически в том виде, в котором мы видим ее сейчас. То есть часть первая, она предусматривает ответственность за заведомое поставление другого лица в опасность заражения. Часть вторая – за заражение ВИЧ-инфекцией. И все это, конечно, применяется в тех случаях, когда человек знал о своем ВИЧ-статусе, то есть мы документально это можем подтвердить, он состоит на учете в спеццентре. Часть третья предусматривает ответственность за заражение, если человек заразил больше двух человек, либо несовершеннолетнего. Вот. И часть четвертая как раз касается заражения другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. И существует примечание.
которая нам говорит о чем? О том, что если ВИЧ-положительный человек сообщил свой ВИЧ-статус ВИЧ-отрицательному человеку, то он освобождается от ответственности. Это примечание существовало не всегда. До 2003 года его не было. И тогда возбуждались дела, особенно в дискордантных парах, когда происходило инфицирование там, ВИЧ-отрицательного человека, и даже некоторые центры СПИДа возбуждали эти дела. В Питере было дело, которое инициировали соседи, которые узнали, что у них рядом с ними проживает ВИЧ-положительный человек, который передал вирус своей жене. Вот они заявили, он понес наказание, хотя жена на суде выступала в его защиту и говорила, что она знала о ВИЧ-статусе. То есть вот это отсутствие этой поправки приводило к серьезным последствиям даже в тех случаях, когда человек сообщал свой ВИЧ-статус. Такой поправки не было, например, в Белорусском уголовном кодексе до 2017 года. И там огромное количество людей, которые проживали в дискордантных парах, страдало от этой статьи. Супруги, которые знали о ВИЧ-статусе, например, друг друга, да, страдали целые семьи от того, что ВИЧ-положительный человек оказывался в тюрьме. Если в паре было два ВИЧ-положительных, то наказывали того, кто раньше встал на учет. Вот. И какие еще изменения были внесены в эту статью? В 2011 году в части 1 за постановку опасность заражения минимальный срок предела ответственности был снижен. Вот. И были введены принудительные работы. Если говорить про часть первую, то вот поставление в опасность заражения. И законодатель никак не трактует эти способы поставления в опасность заражения. То есть трактуются они самым разнообразным способом. Вот в кейсах мы познакомимся подробнее с этим. Да? И если в части первой должен быть только прямой умысел, то есть человек ВИЧ-положительный должен хотеть передать вирус ВИЧ-отрицательному партнеру, и следствие должно доказать именно вот этот прямой умысел на заражение, то для части второй неважно, хотел человек или не хотел, если он передал ВИЧ-инфекцию, то он должен понести ответственность, если он скрыл свой статус. Вот. И ответственность по этой статье может понести человек, достигнувший 16-летнего возраста, в том случае, если он знает про ВИЧ-инфекцию. Вот за 17 по 20 год было осуждено 4 человека в возрастной группе от 14 до 17 лет. И у нас существует наряду с Уголовным кодексом федеральный закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. И там есть, во-первых, статья 5, пункт 3, которая говорит, что государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний. И есть статья 27, которая говорит об обязанностях граждан в сфере охраны здоровья. А граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. Но на самом деле заботятся ли они? Мы анализируем открытые данные Судебного департамента Верховного суда. И с 97 года, вот вы можете видеть тут по первом столбце, да, как растет количество приговоров. Один приговор был в 97 году вынесен, а в 2020 66. Тут даже я немножко не обновила данные. На самом деле 93 – это за полгода 2020 года. А за весь 2020 год более 90 приговоров было вынесено. И 56% приговоров, то есть большая часть, выносится по части первой, по постановке в опасность заражения. То есть фактически вред здоровью ничьему не был причинен. Вот. И было вынесено 1105 приговоров, вот 619 из них или 56% по части первой. И мы наблюдаем 2017 года ежегодный рост количества вынесенных приговоров. Вот. И у нас, получается, в 2017 году было 60 приговоров, вот 94 в 2020 году. Разбивка по полу и возрасту, она начата была
судебным департаментом с 2017 года. Но вот кого чаще, в отношении кого было вынесено больше приговоров? В общей совокупности 185 мужчин были осуждены, 94 женщины, то есть всего 279 человек 2017 года. А если посмотреть на разбивку по частям, то вот до недавнего времени женщины чаще осуждались по части первой. За постановку в опасность заражения. Вот сейчас примерно равное количество, там 54% мужчин, 49,6% у женщин. Но при этом по части второй мужчины в три раза чаще осуждаются. А мы с вами поговорим, почему так происходит. Вот. Среди 94 осужденных женщин у 20 из них есть дети до 3 лет. И в 2020 году даже осуждена была одна беременная женщина. Но большая часть находится, 98%, да, в возрастной группе от 25 до 49 лет. Вот. Чем же мы занимаемся? Вот в 2017 году у нас появилась инициативная группа, которая каждую неделю мониторит медиа, то есть это поиск новостей, которые вышли в СМИ, статей, которые как раз касаются напрямую 122 статьи. Мы ищем и документируем кейсы, описываем приговоры и работаем внутри сообщества, проводим разные вебинары, прямые эфиры, на которых обсуждаем 122-ю статью и практику ее применения. В 2020 году после фильма «Дудя» знаменитого, да, в Государственной Думе Российской Федерации состоялся круглый стол по вопросам законодательного обеспечения, профилактики, лечения ВИЧ-инфекции. Я там рассказывала то, что сейчас рассказываю вам, и в резолюцию круглого стола был внесен такой пункт: рассмотреть необходимость и возможность корректировки норм уголовного права в сторону снижения применительно к статье о заражении ВИЧ-инфекцией. Мы не выступаем за отмену наказания в отношении людей, которые действительно умышленно кого-то заразили. Вот. Но само существование этой статьи, конечно, оно больше вреда приносит, на мой взгляд, чем польза. Вот. У нас было знаменитое дело Вики, может быть, кто-то читал, но знаменитое оно, наверное, в активистских кругах. В 2017 году девушка обратилась на горячую линию одной некоммерческой организации и рассказала, что на нее возбуждено уголовное дело. Ей было 17 лет, она воспитанница детского дома, ВИЧ-инфекция она болеет с 15 лет. Вот. К 17 годам она уже была замужем, у нее был ребенок, то есть она была эмансипирована, она не считалась несовершеннолетней. Она познакомилась в социальных сетях с мужчиной, ему был 31 год, он ее пригласил к себе, предложил ей секс, она предложила ему использовать презервативы. Она боялась ему сообщить о ВИЧ-инфекции. Он ей сказал: да нет, не надо, ты же ничем не болеешь. Случился секс. После этого ей было страшно. Она ему начала намекать, что у нее есть там одна подруга, которая болеет ВИЧ-инфекцией и так далее. Они вместе пошли, сдали платные анализы. Свой результат она не забрала. Результат выдали ему. Он узнал, что у нее ВИЧ. И решил заявить на нее в суд. Вот. И как вообще происходит расследование? Как вообще можно в суде доказать, что у вас был секс без презерватива или с презервативом? То есть это слово одного партнера и слово другого партнера. Тут надо было вообще доказать, что они встречались. На суд приходил его друг, который показывал фотографию. Один раз они выезжали на озеро. Ну, собственно, они там и повстречались-то пару недель. Вот. И у нас была привлечена к этому заседанию общественная защитница. Вот. У Вики уже был адвокат по назначению, которая посоветовала ей признать свою вину, сказав, что в любом случае ты будешь наказана судом. Вот. Но она предпринимала действия для того, чтобы снизить риск передачи вируса. Она предложила использовать презерватив. Человек отказался.
кто должен нести ответственность в этом случае? Конечно, если существует статья, то она. Но следуя логике и здравому смыслу, очень странно перекладывать на нее всю ответственность. Вот само существование этой статьи действительно перекладывает ответственность за передачу ВИЧ-инфекции в обществе, за профилактику только на ВИЧ-положительных людей. А ВИЧ-отрицательные люди вроде бы и не несут никакую ответственность за свое здоровье. Они считают, такая статья есть, и они всегда будут информированы. Но мы же знаем, что вот и основная масса сейчас, наверное, инфицирования происходит у людей, которые еще не знали о своем ВИЧ-статусе. Но вот это само существование этой статьи, оно может и пугать. Мы думаем о проведении исследования, чтобы оценить влияние этой статьи на ВИЧ-положительных людей. Вот. Чем закончилось это дело? Там было большое количество заседаний. Непонятно было, каким образом там детский дом участвовал в ее опекунстве и в заботе о ней. Было множество процессуальных нарушений. Она была и допрошена без опекуна, то есть без представителей детского дома. Непонятно, почему она не получала терапию. Было очень много спорных вопросов. И общественная защитница на суде спрашивала у истца, а как он вообще в жизни предохраняется? Он говорит, а я у женщин спрашиваю, ты чем-нибудь болеешь? Она говорит, нет, ну у нас секс без презерватива. Наташа, я секунду перевью. Я не знаю, ты переключаешь ли экран? А у нас первый слайд только. Пока. Да? А я переключаю. Ага, а мы вот не поняли. Ага, вот. Подождите. Все, спасибо. А мы просто вот, а сейчас... вот сейчас что вы видите? Вот сейчас есть переключение. Сейчас вот дело Вики. Ой, вот. Что вы раньше не сказали? Ну вот, собственно, вот слайды со статистикой, можно к ним вернуться. Я буду продолжать рассказывать. Так, сейчас дело Вики показывается, не статистика. Вот, а сейчас? А сейчас нет. Что сейчас? Сейчас дело Вики. Дело Вики. И все, да? И все. Очень странно. Ну-ка. Если я остановлю демонстрацию, снова выйду. Ну, в общем, и потом... Так, а сейчас что? Сейчас дело Вики. А вот, подожди. А вот так? Вот сейчас переключилась некоторая история. Вот тоже переключилась. Подождите. А вот так переключается? Сейчас деятельность рабочей группы? Пока не переключается. А сейчас? Больше не переключалась еще. Не переключается, да? Mm-mm. Давайте я с маленькой демонстрацией покажу. Вот сейчас так. Переключается. Угу. То есть вот... Давай вот так. Да, вот... Угу. Хорошо. Ну, в общем, вот, можно пока в статистику посмотреть наглядно. Общественная защитница на суде и задала вопрос судье, как вы думаете, кто больше урон обществу наносит? Вот мужчина, который вообще не предохраняется. Или девушка, которая вообще-то предлагала использовать презерватив. А суд... В общем, суд в ее городе вынес постановление о том, что в отношении нее все-таки применяется статья 122, то есть она осуждена была согласно Уголовному кодексу, но ей назначили, как это называется, надзор. То есть она должна была находиться по месту своего проживания в определенное время. Ее могли в любой момент проверить. С днем ей можно было выходить, там, например, с 7 утра до 7 вечера. В остальное время должна была быть дома. Ей нельзя было покидать этот город. Спеццентр находился в другом городе, 2 часа езды. То есть она не могла посещать вообще-то спеццентр. Она находилась под надзором. К ней применили арест. Она должна была каждый месяц отмечаться. Вот. Но мы пошли дальше и подавали апелляции. И в конечном итоге Верховный суд вернул дело в суд первой инстанции, то есть в суд ее города. Вот. И суд постановил в отношении нее прекратить уголовное преследование, освободить ее от уголовной ответственности, применить к ней принудительную меру воспитательного характера в виде предупреждения и меру процессуального принуждения, то есть этот надзор отменить. Но на самом деле
приговор был вынесен в 2018 году, и судимость уже была погашена, но, тем не менее, она бы существовала у нее. И когда в 2019 году была подана апелляция, и вот пришло этот ответ из Верховного суда, то на судебных заседаниях, которым этому предшествовали, постоянно ей, общественной защитнице, говорили: вам зачем это надо? Надзор закончен. Но вообще-то девушке 18 лет, и зачем ей судимость-то уголовная? То есть на самом деле нам удалось отменить эту судимость. И мы подавали потом жалобу в комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, но комитет сказал, что он не усматривает никаких нарушений в общем. Вот. И какие еще кейсы мы видим? Вот это вот дело мы нашли в средствах массовой информации. Воспитанница детского дома сбежала из него, была найдена в алкогольном опьянении сотрудниками полиции на одной из улиц города. При попытке убежать она царапала и укусила полицейского за руку, чем причинила представителю власти физическую боль и создала угрозу заражения ВИЧ-инфекцией. Вот, и ее приговорили на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года. Конечно, тут основное обвинение было вынесено по статье 318, это причинение вреда вот этому сотруднику власти, вот, но по совокупности и по части 1 122 статьи приговор тоже был вынесен. Вот, мы пытались через журналистов вот того издания, которое опубликовало эту новость, установить связь с ней, но представитель Следственного комитета отказался передать ей информацию в нашем проекте. Вот, ну тут, понимаете, как бы получается, что эта статья позволяет трактовать случаи про укусы, царапины и плевки так, как будто они действительно создают опасность заражения. Вот. Тут вот этот случай тоже, я считаю, что вопиющий. Точно такая же ситуация, то есть мужчину задержали, он был пьян, разозлился, дотянулся до сотрудника полиции, укусил его до крови за ухо. Машину остановили, его избили, потом там невозможно было доказать избиение, вот, и... Он был ранее освобожден условно-досрочно, ну, понятно, что неотбытый срок наказания ему прибавили к приговору, и окончательный приговор суда по данному делу 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Вот. При этом он на судебном заседании говорил, что знал, что у него есть ВИЧ, но не согласен с тем, что мог заразить потерпевшего через укус. Вот. И всегда в таких делах на следствие приглашают врача-инфекционистов как экспертов, да, которые могут оценить, существовал риск передачи или не существовал. Вот в данном случае врач-инфекционист пояснила суду, что ей известен один случай заражения ВИЧ через укус, то есть возможность заражения исключить нельзя, и если укус ВИЧ-инфицированным будет осуществлен в отношении другого человека до крови и полость рта кусающего имеет повреждение, либо кровоточивость десен, то вот возможна передача вируса. В средствах массовой информации происходит, на наш взгляд, демонизация, и любое дело, в котором замешан ВИЧ-положительный человек, оно всегда будет освещаться таким образом, что в заголовке будет крупными буквами написано про ВИЧ-инфекцию. Вот всегда. Ну вот тут Тюмень. Мужчина из ревности убил мужчину и заразил ВИЧ свою сожительницу. Ну, из заголовка, в принципе, непонятно, в чем суть дела. Ну, это еще не самые такие ужасающие заголовки. Вот было еще дело в Питере в прошлом году, где ВИЧ-положительная петербурженка стала фигурантом уголовного дела, потому что покормила младенца грудью. Она была полностью оправдана, хотя, конечно, страдания в семье были причинены. У нее изымали ребенка, ее пытались лишить родительских прав. На самом деле тут должного после тестового консультирования не было проведено. То есть человек вообще не знал диагнозы и как бы не оценивал риски. И в случае вообще привлечения матерей к ответственности очень сложно указать прямой умысел матери причинить вред ребенку.
Вот, в данном случае вообще женщина абсолютно не хотела передавать ВИЧ-инфекцию ребенку, ее просто не консультировали. Она, этот ВИЧ-положительный результат на ВИЧ ей не был сообщен, хотя фигурировала отметка, что был. Вот. Но что мы имеем сегодня? Вот на самом деле эта статья, она создает такую мнимую защищенность людей. И это, конечно, влияет на ход эпидемии отрицательно. Мотивы ненависти очень часто становятся основанием для обвинения ВИЧ-положительных людей. Потому что вот это примечание в Уголовном кодексе, оно вроде бы освобождает ВИЧ-положительных людей от ответственности. Но на самом деле вот эта форма информирования законодательно никак не определена. Получается, что ВИЧ-положительные люди должны сообщать о своей ВИЧ-инфекции под расписку, которую потом кому-то передают на хранение, в присутствии эпидемиолога, инфекциониста, равного консультанта, социального работника. И у меня были такие случаи, ко мне обращалась девушка, которая начала процедуру развода с мужем, и он ей стал угрожать, что он на нее заявит по 122 статье части 1. Якобы он не знал о ее ВИЧ-инфекции. При этом врач, в присутствии которого она ему сообщала о том, что у нее ВИЧ, уволилась из спеццентра. И она мне звонила в панике и говорила, как мне ее найти, как мне себя защитить. Но при этом как бы, законодательство не предполагает поиск аргументов защиты до того, как дело было возбуждено. И были угрозы и шантаж со стороны мужа, но удалось ее убедить и успокоить, что пока нет оснований для переживаний, и вряд ли он заявит. Но мы такие кейсы сейчас стали документировать, и в большинстве случаев вот, угрозы поступают со стороны мужчин и в отношении женщин. И вот эти угрозы, они, конечно, создают атмосферу вот этого страха, и это потом приводит и к применению физического насилия, к преследованиям, к разглашению статуса на работе. Вот, к сожалению, это так. Мотивы ненависти мы видим. Государственные органы и средства массовой информации, они разглашают информацию о ВИЧ-статусе людей, публикуют фото, материалы дел, отсутствует системная работа вообще со средствами массовой информации. Я помню, что там в начале 2000-х был опыт обучения журналистов, как правильно писать о ВИЧ, как освещать, каковы пути передачи. Сейчас этого, к сожалению, на системном уровне нет. И даже там в крупных городах мы видим заголовки, не совсем передающие достоверно все. Затруднен доступ к обвиняемым. И мы не можем найти вот эти вот кейсы, либо мы их пытаемся найти, но встречаемся с разными препятствиями. В этом году в городе Киров было возбуждено уголовное дело. Мужчина, который использовал грязный шприц после девушки, заразился и заявил на нее в суд. Ну, то есть, видимо, это единственный грязный шприц в его жизни был. Можно так подумать. Только она могла его инфицировать. А в ходе следствия нашли еще одного мужчину, который занимался с ней сексом без презерватива, которого она не проинформировала. И девушка была осуждена по части 1, части 2, 122 статье. Мы пытались ее найти и пытались связаться с спеццентром. Спеццентр нам сказал, что никакой криминализации они тут не усматривают, она ведет аморальный образ жизни, не передали ей информацию. Вот. Хотя на самом деле меня очень сильно возмутил этот кейс, прямо очень сильно, потому что ей 21 год, непонятно вообще, на каком этапе она в принятии диагноза, по каким причинам она не принимает терапию, или мы вообще не знаем, принимает она ее или нет. И, была ли реальная угроза заражения у мужчины при сексе без презерватива? Почему суд решил верить словам человека, который вообще-то заявляет об использовании грязного шприца? Ну, очень прямо интересно. Как бы в таком в негативном смысле ключе. Вот.
Совершенно точно, что уровень информированности правоохранительной и судебной системы о путях передачи ВИЧ-инфекции и данных доказательной медицины о том, как антиретровирусная терапия влияет вообще на передачу вируса, да? Разве суды знают про N равно M? Я не думаю, да? Разве привлеченные эксперты, вот вы видели, что нам сказал эксперт про передачу вируса через укус, разве эти эксперты говорят про N равно N? Я не думаю. То есть уровень информированности полицейских, дознавателей, следователей, прокуроров, судей про ВИЧ-инфекцию очень низкий. У нас в Узбекистане был кейс в прошлом году, у них реестр вот этих профессий, которыми могут заниматься ВИЧ-положительные люди, содержат ограничения для парикмахеров. Вот. И полиция, возможно, проводит контрольные закупки. Ну, в общем, так или иначе, женщина-парикмахер была обвинена по статье, сейчас не помню номер, ну, в общем, в том, что она поставила в опасность заражения своих клиентов. И тогда равная общественная защитница на суде, это сотрудница некоммерческой организации, рассказала о пути передачи вируса. Это вообще женщина на терапии, имеет неопределяемую вирусную нагрузку. Ножницами стрижет людей. Ну какую опасность заражения она несет? Да никакой. И вот общественная защитница представила в суде аргументы о путях передачи ВИЧ-инфекции, о влиянии терапии. Вот, и судья сказал, нам не нужно приглашать эксперта из спеццентра, потому что вы нам все понятно объяснили. И, наверное, если бы вот в судебных процессах участвовали люди, информированные о путях передачи ВИЧ-инфекции, мы имели бы другую картину. Но вот, к сожалению, мы не можем найти людей, которых обвиняют по 122 статье, чтобы предложить им хотя бы консультативную помощь. Вот. И вообще в Уголовном кодексе Российской Федерации существует ответственность за причинение вреда здоровью. Это 111 статья, 112, там разная степень тяжести. И не нужно выделять ВИЧ-инфекцию как в отдельную статью и в отдельные составы преступления. У нас есть 131 статья об изнасиловании. Если в результате изнасилования пострадавшие или пострадавшие были инфицированы ВИЧ, то ответственность наступает для ВИЧ-положительного человека по той статье. То есть если это было точно насилие, если была умышленная передача, там, сокрытие статуса и так далее, вполне себе можно применять статью о причинении вреда здоровью. И хотя бы часть первую, вот эту постановку опасности заражения, ну, как-то пересмотреть. Вот. Чего мы хотим? Конечно, чтобы люди были информированы о том влиянии, которое оказывает прием антиретровирусной терапии на передачу ВИЧ-инфекции. И хотелось бы, чтобы все-таки каждый человек нес ответственность за собственное здоровье. Вот должна ли ответственность наступать для людей, которые принимают терапию, настаивают на использовании презерватива, используют его? И даже если не используют, но обсуждали этот вопрос, и ВИЧ-отрицательный человек отказался. И, конечно, женщины более уязвимы вообще к насилию, и они должны иметь право выбирать удобный для них способ контрацепции, не жить в страхе раскрытия диагноза. И ответственность за умышленное заражение должна наступать только в рамках статей за причинение вреда здоровью, когда заражение произошло и умысел был доказан. И хотелось бы, чтобы в сообществе ВИЧ-положительных людей и вообще в обществе была консолидированная позиция о том, что криминализация вредна. Вот тут в конце презентации приведены ссылки на полезную информацию. В 2018 году было выпущено заявление об экспертном консенсусе в отношении научных данных о ВИЧ-инфекции в контексте уголовного права. И там рассмотрены случаи, в которых можно трактовать, вообще иметь в виду, что существовала вероятность передачи вируса, каких нет. И там и профилогенетическую экспертизу в том числе. Вот. И мы провели с 2017 года достаточно большое количество вебинаров как внутри страны, так и на региональном уровне. И если вам будет интересно, можно вот по ссылкам ознакомиться. Вот.
У меня все, и я хотела бы с вами обсудить вообще ваш взгляд на 122-ю статью и ваш опыт из вашей практики. Были ли случаи ее применения, знакомы ли вы с ними? Может быть, вопросы есть? Меня слышно? Секунду. Параллельно сейчас выключу. Так, тут в чате вопросы, сейчас я прочитаю. Вот может ли применяться статья к женщинам, которые знают о диагнозе, не встают на учет по беременности, не принимают профилактику, кормят детей, заражают? В период беременности эта статья не может применяться. После родов вот, суд должен доказать умысел матери, и это, скорее всего, невозможно. Ну, не скорее всего, а невозможно, я считаю, умысел матери инфицировать ребенка. Тут всегда должен стоять вопрос о том, все ли мы сделали для того, чтобы женщина приняла свой диагноз и по каким причинам она не дает профилактику. Мне известны случаи, когда семьи запрещали использовать препараты какие-либо и так далее. Но это, конечно, отдельная тема, довольно серьезная, дискутабельная. Можно подумать о проведении какого-то еще дополнительной встречи именно по этой теме. Вот. Прошу прощения, что вот со слайдами так вышло, почему-то не листалось. Отдельного состава об умышленном заражении ребенка нету. Вот. Все равно не могу понять, как можно доказать о неприменении презерватива. Слово о том, что он не применялся, равно слово о том, что применялся. А чаще всего как происходит? Ведь отрицательный человек заявляет в полицию, дознаватель вызывает к себе ВИЧ-положительного человека и говорит, был секс, был, там признаете вину, признаю, вот так. То есть следствие не проводит расследование умысла, вот все дела строятся на признании вины, которое человек совершает под страхом разглашения статуса, с желанием как можно быстрее разобраться с этим процессом и так далее. Вот. Филогенетическая экспертиза, она доказывает схожесть вируса на той или иной территории. И вот это заявление о научном консенсусе сказано, что что эта экспертиза не может применяться для обвинения людей, потому что если люди проживают в одном регионе, он у них будет схож. Но если вот филогенетическая экспертиза показывает разный генотип, то тогда, конечно, ВИЧ-положительный человек будет оправдан, и данные экспертизы этой могут быть использованы. Вот. Со 100% достоверностью доказать схожесть вируса на 100% таких экспертиз не проводится. Да, тут вот у Анфисы есть поднятая рука. Да, я не буду включать камеру, потому что у меня интернет так висит, я выключила камеру. Я бы хотела задать вопрос, он немножко, может быть, не в эту тему. Меня интересует такой момент. Вот если человек просто не сотрудник медицинской организации какой-то, ну вот просто кто-нибудь там, не знаю, знакомый, там родственник, узнал, что у человека есть ВИЧ-инфекция и пошел рассказал кому-то еще. Вот он несет какую-то ответственность за это? Ну, это же разглашение тайны личной жизни. Конечно, несет. То есть даже если он не относится к медицинскому работнику, правильно? Да, да. Спасибо. Ну, вот меня может Алена, например, Тарасова поправить, если я не права. Если она на связи. Спасибо большое за ответ. Да, очень интересно и полезно. И вы знаете, хотелось бы, вот я не знаю, правда, возможно ли это получить вот эту презентацию, чтобы можно было тоже на группе взаимопомощи рассказать про эти случаи. Конечно, конечно. Мы вообще можно даже и какую-то трансляцию сделать с группой взаимопомощи, но мы эту презентацию рассылаем, и у нас
равноконсультанты, активисты, активистки проводят на встречах групп взаимопомощи, вот, господи, информирование вот, о декриминализации, о криминализации. И очень часто в последние годы к нам поступают обращения, когда человек хочет инициировать, да, дело по 122 статье. И когда консультанты задают разные вопросы о том, чье это было решение не использовать презерватив, было ли это насилие, а чья это вообще ответственность, то мы способствуем принятию диагноза, да, и люди передумывают заявлять. Конечно, каждый случай заслуживает индивидуального рассмотрения, но в общем и целом, если это не была ситуация насилия, я считаю, что ответственность она должна разделяться, а не перекладываться на ВИЧ-положительного человека. И вообще вот эта динамика установления отношений, интимного контакта, а в какой вообще момент отношения становятся доверительными, серьезными, в какой момент рассказывать, когда пара, я считаю, что когда пара принимает решение отказаться от использования презерватива, они должны пойти и сдать анализы и вообще-то узнать о периоде окна, потому что я знаю такие ситуации, когда люди сдали анализы, получили отрицательный результат, отказались от использования презерватива, а потом выявилась ВИЧ-инфекция, потому что был период окна. Все-таки хотелось бы, чтобы консультирование до и после теста проводилось должным образом, и чтобы люди были информированы. И, конечно, когда они принимают решение отказаться от использования презерватива, то, наверное, уже установились доверительные отношения. Но, с другой стороны, если человек принимает терапию, имеет неопределяемую вирусную нагрузку, ну вот в какой момент надо рассказывать о том, что у него ВИЧ-инфекция? О всех ли вообще заболеваниях люди рассказывают другу? И о каких заболеваниях надо рассказывать, о каких не надо. Это все пространство такое, которое дает нам поле для дискуссии, обсуждений. И, наверное, вот отношения есть то пространство, в котором должен быть диалог, который будет способствовать принятию осознанных решений в жизни. А были у вас случаи вот, возбуждения дел по 122 статье в спеццентрах ваших, может быть? Какие были обстоятельства? Я буду благодарна, если вы поделитесь. Конечно, без разглашения имен, фамилий, какой-то узнаваемой информации. Ни у кого, наверное, Прости? Не было. Да, да. Нет, я думаю, дело в том, что пациентов много. Поэтому кто-то не может. У меня похожая ситуация была по поводу, просто пришлось уехать, потому что сегодня день такой, сами понимаете. Поэтому я переключилась и пока по ходу. У меня похожая ситуация сейчас, но она вот женщина сейчас в туберкулезном диспансере находится, мужчина пытается ее обвинить и забрать у нее детей за заражение. Ну, то есть вот и вот ей помощь, конечно, очень нужна, и поддержка, но не знаю, насколько это будет уже в судебном порядке, потому что пока это вот пока его угрозы заберу и все остальное. Ну, то есть вот такая история. И причем он забрать хочет и всех детей, у нее двое детей, она сейчас третьего родила, и вот в туберкулезном диспансере сама находится. Ну вот угрозы поступают, и, конечно, вот этот страх разглашения диагноза, да, или того, что детей отберут, или вот этого уголовного преследования, и потом это же всегда будет информация о том, что судимость есть у человека, все это останавливает от такого применения холодного рассудка и информации о своих правах, о праве на защиту, от там, насилия, преследования, давления, от угроз. Там льды и снег. Наверное, случайно звук включился. Кто-то говорит, непонятно. Наташа Лихенко. Наталья, наверное, случайно. Наверное. Нет, у меня все отключено. А. Вот сейчас я подключилась, а так все отключено у меня. Вы хотели сказать или нет?
Нет, ну, во-первых, поблагодарить, что занимаетесь такой важной темой. Для себя кое-что взяла, потому что шантаж со стороны половых партнеров, он есть. То есть буду знать, на кого ссылаться, если что. И обязательно нужна эта презентация, чтобы показать, ну, некоторым пациентам, что и как делать в такой ситуации. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну, да, я вставлю дальше мой номер телефона. Можно, если у вас вдруг будут такие кейсы, то к нам можно обращаться за консультативной помощью и, возможно, предоставление общественной защиты и в отдельных случаях и адвокатов. Но все, конечно, решения такие принимаются после ознакомления с материалами дела. Вот. Но у нас вот есть опыт ведения двух кейсов, и мы привлекали адвокатов и разрабатывали позицию защиты для того, чтобы людям помочь. Если вопросов больше нет, можем завершать. Буду рада, если вы нам поможете найти кейсы. Вот, потому что это одна из основных наших проблем сейчас. Потому что страна большая, в год вот эти 60-90 приговоров, это, конечно, малое количество, и не всегда информация вообще доходит до людей, существует о том, что они имеют право там, на защиту, и что есть разные ситуации, следствие должно доказывать умысел и принимать во внимание все-таки последние данные доказательной медицины. Спасибо. Всем удачи. Всего доброго.